С понедельника, 27 апреля, общественный транспорт Рязани переходит на разрывной график работы. Управлению транспорта поручено проводить регулярный мониторинг работы городского пассажирского транспорта, ежедневно контролировать его наполняемость в утренние и вечерние часы на период действия нового графика. В целях дальнейшего нераспространения коронавирусной инфекции городской пассажирский транспорт с 27 апреля перешел на разрывной режим работы. С 6 часов до 10, с 10 до 16 перерыв и с 16 до 8 вечера. ГЛОНАСС все отражает в штатном режиме. И в приложении, да, также на сайте регионбас62, также на электронных табло, мобильном приложении, да, там все отображается в режиме реального времени. В выходные дни транспорт будет также работать по разрывному графику. Такая система отработана во многих областных центрах. В Волгограде, Туле, Калуге, Вологде, Новороссийске, Саранске и других городах. В настоящих условиях без вынужденных мер не обойтись. Они позволят сберечь здоровье и даже жизни граждан. Ежедневно салоны движного состава проходят дезинфекцию перед выпуском на линию, а также на конечных станциях между рейсами. На сегодняшний день в данных условиях у нас около 137 троллейбусов и автобусов МУП УРТ выходят и где-то 340 автобусов коммерческих перевозчиков. По поручению главы администрации города Елены Сорокиной начинают работу три линии помощи. На базе управления транспорта для руководителей предприятий, которые не могут скорректировать режим работы, но хотят внедрить, например, спецрейсы для доставки персонала на работу. В управлении экономического развития для сотрудников организаций, испытывающих трудности из-за нестандартного графика работы. Еще одна линия помощи организована для жителей города, которым с 10 утра до 16 часов вечера требуется плановая медицинская помощь. Ее работа возложена на управление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи.